Библии рассказывали, она о нашем краю. Краю родном нам осень всех дороже. Хотя у нас здесь степи и поля, но есть и реки, и влаги тоже. Ландшафтный парк, их немало знаю я. Не так давно еще войной не пахло. Мы каждый год встречались на вокзалах, садились в электричку и вперед. Великий Анатолий, если чуть больше часа, колодец помнил с прохладной той водой, а дальше лес, он просто приглашал нас, дышал осенней красотой. Здесь раб Виктор не зря пробил те воды, степи безводное чудо сотворил. Знаком нам местом подослышки, спросите моих друзей, мы их все здесь. А я здесь хватал на птицах, вечерней речке с блочками и домой. Давайте вспомним Святогорск и Славец. Ну тут, конечно, с пятницы гурбой второй вагон по ходу электрички. Веселая компания сидит. На пару дней бывало и побольше. Мы время здесь не зря-то провели. Мы любовались осенью порой. Изучали свято здешних мест. Я вам скажу, наш путь есть самогон. В нем люди непростые собрались. Они готовы, если надо, осень, хоть с космоса, а не оттуда.